Сюжет аниме начинается с того, что девушка поступает в школу для девушек Монаки Сай, но она случайно попадает на территорию. Всем привет, сегодня я расскажу про такое аниме, как Мария Холик. Аниме вышел в 2009 году в жанрах комедия, пародия, сёдзюай. Сюжет аниме начинается с того, что девушка поступает в школу для девушек, Монаки Сай, но она случайно попадает на территорию частного поместья, которое выглядит почти идентично, и с этого момента начинаются ее приключения. Опенинг довольно приятно слушать, а вот эндинг я так и не услышал, так как концовка аниме была без звука. Всем рекомендую просмотру данное аниме. На этом все, всем пока. Увидимся в следующем видео.